Вытащили мы печенье из плиты. Вот мы делали поменьше. Ну, первые партии уже мы слопали с молоком горячим. И вот второе. Все, последний этап изготовления овсяного печенья закончился. Вот такая вот красота получилась. Мягкие, вкусные. Мягкие, вкусные, ароматные очень. У нас папа даже с кефиром. Часть покушал с молоком. Очень понравилось ему то, что мы добавили этот какао. Вот. Так что готовьте, кушайте на здоровье. Радуйте себя и своих близких. Да, радуйте вкуснятиной, радуйте интересными изделиями кулинарными. Угощайте друзей, приглашайте соседей, чтобы все были дружно, радостно с нами теперь. Все дружат, всем мы нравимся, все в гости просятся. Это так приятно. Приглашать в гости, угощать вкусным чаем, угощать вкусным печеньем, тортами, выпечкой, спокойно сидеть, беседовать, не ссориться с соседями, не ругаться, принимать всех в гостях. Будьте все здоровы, живите счастливо. Всем всего доброго.